Короче, с концерта мне жалко, что мне страшно, что жулики эти не вернут деньги никакие. Поэтому я думаю, так и будет. Тяжелые времена. Я думаю, после этого все, я скажу, блядь, ну я на концерт всегда тоже ходить не буду больше. Через Яндекс они возвращали. Через Яндекс они возвращали, да, они скорее всего вернут. Ну Яндекс типа все-таки. Через Яндекс точно вернут, там замораживаются. Ну вот, а тут-то не Яндекс, я решил, я же говорю, сэкономить там несколько сотен рублей, блядь. Лучше бы не экономил. Ну нет, да. Редкассу покупал еще какой-то там. И тихо вернут. Яндекс. И пропал. Я говорю, Яндекс в этом плане хорошо отрабатывает. Сейчас посмотрим, может у меня хотя бы один билет. Да, один у меня, по-моему, все-таки яндексовский. Хотя бы корн отобью. Ладно, хуй с ними. Спринговскими 4000 этими. Но Спринг это лайф-парк вот этот. Ой, лайф-парк, блин. Или как у нас там называется? Это где? Лайф-парк это у нас? А, да, это у нас лайф-парк. Парк-лайф, то есть, блядь, лайф-парк. Смотри, стоят, ждут. Ну, это которые летом устраивают, начали буквально, я не знаю, в 2012. Да. Каждое лето они устраивают, типа, 2 дня, как там. Видели они мои мульты, испугались, тупо все стояли, ждали, когда она закончится. Открытым небом, типа. Типа, да, видели. Типа, да, да. И в этом году они еще устроили какую-то бешеную, просто там, 6-дневную программу, там, в разных местах, причем то в Лужниках, то, блин, в парке Горького, то еще. Круто. Блин, а на ботинки не хватило. Я просто не ходил, я просто до этого слышал давно, когда вот кто-то... А, блин, как же зовут, я забыл. Короче, кто-то должен был приехать, главный гость, и в итоге он послал нахуй, по-моему, и не приехал. И даже хуй не оштрафуешь. Из-за нарушения договора, по-моему, даже его не оштрафуешь или что-то такое. Я поэтому никогда не ходил. А тут... Ярость. Чего? Что за прикол? У них уже написано Парклайф 2021. Я не понял, в 2020 году все уже не будет? Перенесли. А, все уже написано, все уже Бля, ну заебись, красавцы. Бля, ну все, короче, я... Не, Парклайф 4. Андрей, ты охренел, блин? Я что, просто так там стоял, хп терял? Разошелся тут мальчик. Давай, портуемся. Ладно, читаю новости. Фартуем! Сегодня мы... Но у нас есть хорошая новость. Да, Парклайф 21 будет идти 8 дней. Бля, да я не доживу до 21-го. Я уже... О, бля... Видите, 8 дней потом. Там уже и у Спрингов умрут, все умрут нахрен мне вообще уже. Мы постараемся принести всех объявленных артистов. Ну понятно, они возвращать ничего не будут. Перенесут на говно какое-нибудь. Серьезно, они бабки не вернут? Можно трон бить, а не их. Ну я думаю, они не будут заморачиваться, особенно сейчас все хлынут, вернут деньги, а они скажут не-не. А, вот 1 мая они это написали. Будь здорова, Люма. Приятного аппетита. Ну заебись, хорошо, я хотя бы не стал докупать билеты, там еще хотел докупить. Люди заплатили свои деньги, как бы, по-любому... Не, может так и можно, но они нигде об этом не пишут. Если бы они были готовы, они бы первым делом написали, что если хотите вернуть, вот сюда пишите. А они не пишут, значит, скорее всего, они не хотят. Ты там прошел обучение? А что у нас урона так мало, посмотрите. Да у меня скачивается этот европейский клиент еще. Долго еще? Ну, устанавливается, он пишет, я не знаю. Или это я сейчас приду, подождите. 50%. Сейчас подойду. Просто я же еще опять заново буду обучение это проходить, которое я уже там половину прошу пройти в русской версии успел, пока мы не поняли, что я не скачал. Там может либо скачиваться, либо ставиться. Если ставится, то это быстро. Ну, инсталлинг он пишет. Я просто... Он может писать инсталлинг, а по факту может еще и скачивать что-то. Я не знаю. Понятно, что по-хорошему он только устанавливает. Ну, да. Так что сейчас быстро будет. Подождем легкий. Ага, когда наводишь курсор, пишет «Downloading game». Он да, скачивает да. ее, да. Он одновременно докачивает и ставит, видать. Ну да, да. Ну, пишет, осталось приблизительно 12 минут. Ну, это до обучения 12 минут. Там еще обучение.